Ничего сложного. Просто так. Просто я иду. Бедные тоже смеются. Я иду. Это качает, как качает какой-нибудь порт. И не стоит с этим спорить. Я иду. Это круче любого. Топливо крутит моторы. Это вставляет и шторит. Я иду. Где ты, Ди Каприо? Час назад ему позвонили уже, а? Да слушай, он же на БМВ, наверное, сломался. Капец вообще. Дорожки уйдут. Три часа ночи. Жалкие приматы. Ну что вы тут? Техничку чиним. А что, сломалось что ли? Да, прикинь, ехал, и это, с Обскова еле доехал. В Обскове хорошо, там ну, да. Гизма живет. Ну, что сломалось-то? Дорожка в блоке выгорела. Ну, сами ничего не можете, рука жопы. Мы же не электрики. Вы нет, а вот мы с Ермольником сегодня весь день валерьянку фигачили, поэтому меня прет, а он какой-то вялый. Да? Да. Слушай, вообще, что я с Русью-то разговариваю? Я вот это уже думаю. Ну, вас реально прет. Что случилось-то? Да вон, видишь, вот дорожка выгорела, вот она. Угу. Вот. И все? И вот из-за этого меня позвал. Я понял. Васян! Субару говно! А чё у тебя? Чё, у тебя диски-то фиолетовые? На тачке, а? Чтобы было. Вот я так и думал, не можете в электрике разобраться. Субаристы ничего не могут. Купите BMW и сразу будете во всем понимать. И в электрике, и в двигателях, и в автоматах. Там так. Знаете, как все ломается. Рыси, отвали, иди об стол поебись, блин. Слышь ты! А что, нормальная рысь об стол? Я рысь, в раз она ебись, понимаешь? Ну, об стол? Ты смотри, сейчас я пойду твои фиолетовые колеса-то помечу. Ты поосторожней там. Жалкие приматы. Это что должно быть в котелке, чтобы залить фиолетовым пластидипом узкоглазые китайские диски? В бой! Субару говно! Даже не надейтесь! Сюда ссать рысь не будет! Короче, Васян тут навел порядок. Ну видишь, что красиво сделал. Да, выглядит бодро. И короче, у нас стартер перестал работать. В смысле? В прямом смысле. Так вам подожди. Он щелкает, короче, только и все. А напрямую? А напрямую, да. Да? Да. Это дырка в дорожке. Я понял, хорошо. На. Ермольник, паяй нам. Не-не-не, подожди. Слушай, а вот это что валяется? Вот это? Да. Круиз-контроль. Какой круиз-контроль? Штатный. Ты угораешь? Нет. Что, угораешь? Подожди. Реальный круиз. Откуда? Форд, Бронко. Ты с Бонни, что ли? Да. Капец. Нам провода нужны были? Я на секунду подумал, что... Слышь, ты что делаешь? У тебя паяльник есть? Конечно есть. У меня же BMW. Огонь тащи. Ну подожди, сначала мне нужно перевоплотиться в хозяина BMW. А то я, понимаешь, в секретном гараже в Купчино. И я не похож на хозяина BMW. Надо стать на него похожим. Ну так вот выглядит типичный хозяин BMW.
Ну что там копаешься-то? Да сейчас, Паяй. А что ты мне-то даешь? Ты-то нафига сюда приехал? Что, я паяльник привез? Ну да паяй. Слушай, знаешь что, я буду, я не умею. Понимаешь, ты свапаешь моторы. Как минимум. Ты там, я не знаю. Что? Куда ты пошел-то? Что происходит? Ты приучаешь рысь к турбо? Зачем ты ее посадил срать в мою кружку? 3 часа ночи. Васян, капец. Васян, ты умеешь паять? Паять, конечно, умею. На. Давай. Отлично. А есть чем паять? Че ты повелся? Вот он сейчас съехал с темы. Короче, надо. Ты прикольца. Слышь, владелец BMW нахрен. Как я тебе этим гвоздем буду паять? Это не паяльник, это ковырялка в жопе слона. Че ты принес? На тебе. О, отлично. Припойка не хватит. Супер, я доволен. BMW отлично паяется вот этим говном. Че ты бубни? Рука жопу паяешь, не дай руки паяльник, ничего не могут. Ну что, рысь нассал на мои колеса, а? Прости, шерсть. А, сейчас я тебе гланду-то погрею, Ничего себе, чуть паяльник прям не в гланды-то, а не в ухо. Рысь еще вернется. Он здоровенный был мужик, он нахую вертел шашлык, хуем грядки он копал. Парни, вам бы в Сколково работать вообще. Что такое Сколково? Идите вы в жопу вообще, представляете? Я не понимаю, секретный гараж Купчино. И по-прежнему вот эти люди не употребляют наркотики, просто вообще. Ну, Васян, понятно, его всегда прет. У него же Субару. Кстати, братиш, помнишь, как Давыдыч показывал водителя Субару? Такой на шарнирах улетает, значит. Кстати, там была тема про водителя BMW. Ну, покажи водителя BMW, давай, покажите водителя BMW. Не, водитель Гелик. Здорово. А теперь водитель Гелендваген, вот самое интересное. Покажи сам себя. Давай, покажи сам себя. И не забудь с разворота залезть, когда машина вообще просто... Ну покажи, давай. Братиш, что ты? Ну что, пацаны, там что вообще? Слушай, я не заехал вчера на похороны, я не успел, дела там. И садись в техничку. У тебя еще эта переноска, как у R2-D2, вообще так торчит, вообще жесть. Ну, кстати, чуваки, ну шутки шутками, время-то уже, знаете сколько? Время-то уже до хрена. 4 часа, давайте что-нибудь предпринимать. Так, короче, не запаял эту хрень. Включи. А вот это водитель Гелендвагена с мотором от BMW такой. Че, Васян, у нас же все хорошо. Да. Кстати, по поводу лампочки. Помните, там фильм был «Железный человек»? У него, по-моему, ядерный элемент сидел, короче. Это солнечном... как его? Этот самый, как его? А, Тони, как его? Тони Старк. Ладно, 8 карманов. Давай уже собирать техничку. Хотя бы в мешок давай ее соберем. Да, устанавливай запас. Это не я. Это какие-то птички. Васян. Но. Давай мириться. Ну давай мириться. А лучшие тачки нам не надо, чем Субари из Ленинграда. О, неплохо. Это не про твое Субару говно, это про печальку кто-то написал в комментах. Я тебе сейчас, отвертку между вас ставлю. Жалкие приматы. Не видать ему рысь, как моих кисточек. А?
вы-то уже об этом подумали? Нет, ну, рысь не настолько животное. Слушай, я тут закончил, накинь клемму. Давай, я все. Так. Прибор показывает, нет? Нет, не показывает. Может, давай. Мне за огнетушителем сходить? Тут знаки вопроса выдвигают. Слово хуй. Подожди ты, Вася, что ты угораешь? Нормально все. Во всяком случае, бензин е... А. Так это аккумулятор пипец. Нет. Че, ну, нет? И не показывает. Да только что с Субары сняли же. Субара завелась на этом аккумуляторе. Ну-ка, я не понимаю, подожди. Сейчас, стой, стой, не дрочи его. Ну-ка, давай. А напрямую, братиш, где тут провод? Вот это на стартер? Да, блядь, напрямую-то он заведется, что толку-то? У нас блин, этот самый... Я хочу это видеть. Вася, ну-ка, загаси его. Ну-ка, попробуй. Зарядка появилась? Нет. Слушай, подожди. Я слышу, что там... Это все потому, что, понимаешь, что керосин, электрика — это наука о контактах. Надо чистить просто клеммы, и все будет огонь. Давай зарядку посмотрим, что. Смотри, можно ли, короче... Нет. Нет. Ну она же работает, тачка работает, значит тебе... Здорово, она точно так же и работала, она перестала работать, когда Вася там порядок навел. А зарядка она как не показывала, так и не показывает. Ну давай померим, есть она или нет просто. Есть она. Вы уверены? Да, мы мерили. 13,8 долбит, нормально. Блин, еще не видно нифига. Братиш, знаешь, как я поступаю, когда в пещерке что-то не работает? Не знаю, может, блин, надо свет включить. О! Огонь. А, знаешь, сколько стоит норма час электрика? Хорош мне в ебальник фонариком светить, во-первых. Интересно, а выключится? Давай, торпеду мне наебни, давай, давай. Ну что ты материшься-то? Ну а что ты понял? Нас дети смотрят. Да, нас вообще, по-моему, никто не смотрит. Ну, нас нет, а вот Васяна, да. Короче, все работает, поехали домой, все, смотри. Оп. У нас пол шестого падает, походу. О, упал. Нет, ну все. Упал. Все, техничка, огонь. Ну дай-ка чуть-чуть газу. Ну, показания приборов не изменяются. А нет, куда-то все нормально. Да, да, неплохо. Ну, завтра узнаем. Все, давайте уже все вот это вот собирать. Барахло. Из мешка в автомобиль уже. И все, и поехали домой. Все работает. А если как бы какая-то проблема будет, вот это все исправит. Не факт. А, да, давай. Блин, прибор это как в Хонде. Водитель Субару. Че там керосин-то? Собирает? Ну да. Куда-то пропал. Тони, ты где? А, о, все нормально. Ну нельзя все время быть серьезным, просто нельзя, иначе неинтересно и ничего мы не починим. Так хотя бы весело.
Вроде все собрали. Здесь все нормально. Ну, там немножко провода торчат, но это техничка, она привыкла. Пробуем завести. Огонь! Техничка вернулась. Это хорошо. Можно ехать домой.